Ответ очень простой. Нужно взять его ровно столько, сколько будет достаточно, чтобы лицо уже было включено. То есть это взвешивать придется глазами. Вы добавили чуть-чуть, добавили сережки, допустим, помаду, да? Но вы видите, что платье голубого цвета все еще убивает лицо. Добавили еще что-то. Надо чуть больше довесить, да? Смягчили. Шарфик. О, достаточно. То есть это невозможно определить раз и навсегда. Почему? Вот, допустим, Айгуль распустит волосы, да? А волосы, предположим, у нее своего ключевого оттенка. С этой мягкостью, которая обрамляет вот этой вот воздушной такой... воздушным облаком таким лицо. И ей будет достаточно всего лишь одно колье. А если, допустим, соберет волосы или сделает короткую стрижку, то ей понадобится гораздо больше других в портретной зоне элементов для того, чтобы вот этот баланс выдержать. Понятен ли ответ и как это оценивать?